Давайте, пока. Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селянина далекий благовест с вышней, мы не грустим, пугаясь снова дыханию близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Та-дам! Опа! Поздоровайся, чего ты? Уже пора? Уже пора. Здравствуйте. Эй! Сегодня? Не угрожай мне! Мы начинаем курс лекции по хирургическим заболеваниям. Здравствуйте. Хорошо выглядишь. Как вы понимаете, сегодня мы... Бобик в гостях у Барбоса. Опять же, не скажу, по каким причинам мы сегодня встретились на моем рабочем месте. И, в принципе, имеем возможность посмотреть, какое оно. Та-дам! Как я уже сказала, Бобик в гостях у Барбоса. Рабочее место. Сегодня непосредственно медикаментики. Медикаментики. Давайте, пока. Вот это аппаратик для дезинфекции инструментиков. Называется Фиола. Вот, в других поликлиниках он называется по-другому. Я забыла, как он называется. Вот, ну, короче, вот так мы работаем. Это называется москит. Такой тоненький, видите? Тоненькие грани. Всякие народные тела мы вынимаем. Это обычные пинцеты, вас не удивят, они обычные, все обычные. Обычные большие пинцеты. Вау! Вот, ну вот, собственно, и все. В кабинете Лора было бы, конечно, интереснее. А в кабинете гинеколога еще интереснее. Я уже вам сказала, что могла согласиться Инна Николаевна, но это может быть когда-нибудь следующее. Да. Ну, как бы, вот и, собственно, вот и все. Топчанчики, операционные столы, ну вот, рубриксики, я уже показывала. Вот. Целую, обнимай. Моя верная, вечная, Санчо-панчо. Вечная медсестра Наталья Владимировна. Вот. Это видео? А, это видео. Это видео, привет. А она тут уже позы статичные занимает. Вот, работаем 11 лет, живем душа в душу. Ну, вот как бы так. А теперь можете поцеловать друг друга, да? Семья, рабочая семья, рабочая атмосфера. 1 сентября. Сейчас, конечно, 1:30, но все равно это в тенечке. Сразу и сам отмоюсь, и одежа отстирается. Мируся. Заходи. Иди сюда. Давай. Тихо. Боже, как будто я тебя топить собираюсь. Косой, плавать умеешь? Куда плавать? Ну, ныряй. Ты ж тяжелая. Ой, моя спинка! Ух! Перестань цепляться за косяки! Доцент бы заставил. Фух. Давай поливаться. Ёжики подросли. Я говорю, ёжики подросли. Мы когда Миру первый раз мыли, мы её назвали ёжиком, потому что она была такая вся грязная, и шерсть выглядела как колючки. Вот, и мы её назвали Ижик. Ёжик. Ёжик. Ёжичек. Ёжичек. Ёлочек. Погоди, стой. Так я все устрою.
уже не мыльная. Это я его продаю. Иди сюда. Иди сюда, сейчас будет еще. Так, на, понюхай. Понюхай. Тихонечко, иди сюда. Все. Стой. Стой. Где-то примерно так. Тихо. Лапку в лапку. Да подожди, не дергайся. Сейчас получишь. Стой. Одна загрузилась. Главное, чтобы правильно. Мира, перестань дергаться. Перестань дергаться. Так, это какая лапа? Передняя? И это передняя. Успокойся. Подожди. Стой, стой, стой. Стой, говорю. Там, где брошка, там вперед. Это, кажется, была задняя нога. А все потому, что ты крутишься. Спокойно встань, спокойно встань.